Привет, ребята! Мы сегодня будем учиться считать до 5. Нашему паровозику нужно перевести 5 вагонов на другую станцию. Но он не умеет считать. Давайте ему поможем. Привет, паровозик! Не расстраивайся, мы с ребятами тебе поможем посчитать вагоны. Вот паровозик прицепил один вагончик. Давайте посмотрим, сколько у него вагонов. 1. А вот и цифра 1. Она будет ехать в первом вагоне. Паровозик уехал, чтобы прицепить еще один вагончик. Посчитаем, сколько вагонов у паровозика. 1, 2. Правильно, 2 вагона. Вот и цифра 2. Она поедет во втором вагоне. Ну вот паровозик прицепил еще один вагончик. Посмотрим, сколько теперь у нас вагонов? 1, 2, 3. Молодцы! 3 вагона. А вот и цифра 3. Она поедет в третьем вагоне. Снова паровозик прицепил еще один вагончик. И сколько вагонов у нас теперь? Считаем вместе. 1, 2, 3, 4. Правильно, 4 вагона. А вот и цифра 4. Она поедет в четвертом вагоне. Как вы думаете, сколько осталось прицепить еще вагонов? Да, 1 вагон. Давайте посчитаем, сколько вагонов у нашего паровозика. 1, 2, 3, 4, 5. Замечательно! 5 вагонов. А вот и цифра 5. Она будет ехать в пятом вагоне. Молодцы, ребята! Мы помогли паровозику прицепить все 5 вагонов. Давайте пересчитаем еще раз. 1, 2, 3, 4, 5. Умнички! Теперь паровозик может ехать на другую станцию. Смотрите другие интересные видео на нашем канале. До скорых встреч!